Куда мы едем? На утренний рынок. Есть штучки? Да нет. Привет! Так, мы приехали на рынок. Только что на дороге было пусто. Было так хорошо ехать. Просто слезки. У нас идут слезки. Да, мы сейчас Опаздываем. Пойдем. А, да, блин, опаздываем. Так, надо перейти дорогу. Тайский кофе здесь очень крепкий. То есть у них какой-то минимальный процент молока и максимальный процент какашечек. Все, мы едем домой залипать, сделать массаж, пока нас солнышко не сожрало. Очень мучительный процесс перехождения дороги. Вот так. Я же загорела такой эту часть ноги, потому что я ехала на байке и с этой стороны хуй***ло солнце. Ой, фигачила. Просто посмотрите. Просто посмотрите. Мы заплатили 450, возможно, рублей. И здесь вот еще огромная помела. А еще, а мы арбуз-то забыли купить? Ага. Блять. Та-да! Так, это раз, ананасик. Как манго. Вкусно. Манго. Ой, Леха. Максимально аппетитно. Что делаешь? Я сделаю фото в Инстаграм. Шуня потеряла свою сим-карту и свой номер телефона. Итак, сейчас они будут рыться в мусоре и искать. Так хорошо. Вообще, мы накушались, отдохнули, и сейчас пойдем на массаж, а потом пойдем купаться. А, нашла? Да, в мусорке, фу! Супер. Йоу. Какая классная вода, просто жесть. Ой, все, там какая-то любовь творится. Мы лежим. Мы нашли массаж, но он стоил 800 бат, и это слишком дорого. Массаж должен стоить 300-400 максимум. Сейчас мы искупаемся и потом поедем в город искать массаж. Пёсика. О, да, просто. Я счастливый. Все хорошо у меня. Мне не очень нравится. Вы счастливы? Да. Окей. Thank you so much. Я сломала. Have you had for tomorrow? What time? 11 or 12? 11. Я чуть не умерла. Я видела будущее. Я заснула. Я очень счастлива. У меня очень красные груди. Мы все видели друг друга груди. Да. Вы видели мои груди? Да. Мы стали ближе. Да. Завтра мы станем еще ближе. Потому что нам будут мать писи? Мать писи? Нет. Мы и так промассировали очень близко к писи. Мы тоже близко к писи. Ройдон. Ройдон. Для тех, кто глубок, как Дон, и роет так же глубоко. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ой, пиздец остро. О, можно. Обожаю чесночен. Короче, я сейчас сожру вот этот гигантский кусок чеснока. Он же вареный. Вкусный. Да. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что тут все были? Маленький киси, осень.
вы к нам в гости пришли. Хотите жить с нами? Давайте жить с нами. Как вас зовут? Хотите бесплатно? Пуся. Кися займет все время видеоблога. Кто я водит денег? Кто это? Это... Шуня. Кто-то не... Это я. Какие еще? Ананасики? Вот они, вот они. Я сейчас поеду путешествовать одна. Я сейчас буду смотреть вдали, буду грустить, думать о том, как сильно я влюблена, и радоваться жизни, и трогать свою влажную кожу и свой зуб, который не болит. Вот окружающие охереют просто от зрелища. Одновременно зуб и кожа. Бутик. Бутик. Ну. Манго с ананасиком? Угу. Мой любимый бутик. Давайте, пожалуйста, посмотрите на ее волосы, пожалуйста. Прикиньте, это не накрашенные. Подожди, подойди вот сюда, подойди. Прикиньте, сейчас, подожди, вот я хочу макро, прям макро. Посмотрите. Посмотрите, какие они вот коричневые, какие они сочные. Татария. Просто супер. Лучшие волосы из татарии. Эти волосы, как мне прорекламировать? Очень классные осветленные волосы из Нуар от 5000. Инстаграм Нуар Москва. Олаплекс. Да, Олаплекс. Точно с Олаплексом. И идите к Лиле. Лиля очень-очень классно окрашивает. Просто... Ой. Здравствуйте! Кто это? Кто это? Лёха? Буйвол или корова. В носик? Да. Как-то жестоко. Бедненький. Привет. Вот так вот. Никуда не дернешься, называется. Представляешь, что его в нос вставили. Сейчас съем, наверное, половину, а потом поеду еще куда-нибудь. Тут, короче, довольно много людей. Я когда сюда пришла, это мне не очень сильно понравилось, но мне так хочется съесть этот арбуз, что... Damn it. This will have to do. Очень вкусно. Вот эта собака очень кругленькая. Вот эта собака очень умненькая, и она не стала есть предложенный мне арбуз. Она вот такая, как бы, так тихонечко так понюхала. Такая, нет, спасибо. Вот эта собачка очень глупо улыбается. Кто-то скоро обосится. Я опять пришла в то место, где мы делали массаж. И попросила тайский массаж. Это без масла. Днем было с маслом. Ну так. Это было amazing. Я приехала. Я заснула 2 раза. Сейчас мы едем ужинать. То же самое место, где мы ели. Потому что... It was very tasty. Немножечко чувствую себя, немножечко... Как сказать... Спасибо. Мы пришли опять, тоже место. Hello. Sorry, hi. Передача «Тестируем пиво», тайское пиво. Тайское пиво. Чанг. How is it? How is it? Ревил, ревил. Мне нравится. Так. Ничего особенного. 5 аянчиков из 7. 3 бархатных из 8. Я из Сибири. Я хочу, чтобы вы это понимали. Я выросла в моих... Просто в генах течет флэш. Потому что это то, на чем я выживала просто. Все студенческие годы и все школьные годы. Энергетик, что ли? Сдавать экзамены по географии, чтобы мне 3 поставили. А теперь я на СМИ. Это флэш тебе не позволял до 4 до 7. Это энергетик, он зеленый и ядреный. Просто очень сильно. С кучей кофеина. Все меня братишки сибирские поймут. Так что просто те, кто приезжает из Сибири в Питер или в Москву, они просят привезти им флэш. А это, это что? И бархатное – это пиво, которое производит Минусинский, и оно на вкус просто как Иисусе и ладошки у тебя во рту, которые щекочет там, это что? Очень хорошо. Это дешевое пиво, на самом деле. Дешевое. Мне все казалось, что когда это парашка. Когда я была молодая, он стоил 15 рублей, по-моему. Какая-то религиозная метафора. Нет, это вкусно, хорошо. Еще есть пиво Joy, Аян Joy, и оно описывает все эмоции, которые ты испытываешь, когда ты пьешь это пиво. Первый раз слышу. Ты никогда не пил Joy? Нет.
Какое пиво пьешь? Ты не муж. Ты не муж. Ты мальчик, а не муж. Молодожены. Так, что мы заказали сегодня? Заказали каламари? Да, каламари. Fried rice shrimp, потому что если я найду что-то хорошее, I stick to it. If it stops being good, I change. Ника после массажа, если вы не поняли. Ей жали на какие-то точки, и не хочет говорить на какие точки. И очень мало с нами общается. У меня как будто в голове, короче. У меня сейчас, я хочу, что кровь как-то отхлынула. Офигеть. В другую сторону кровь потекла. Да. Скажи, что с тобой делали на массаже? Мне нажимали на всякие точки. Я не буду говорить, какие. Мы слышали эту же легенду, давай правду. Еще я заказала вот эту лимонную штучку. Скажи, вы сдали кошек? Да, мы сдали кошек в гостиницу для животных, и каждый день они фотоют и отправляют в группу. Выкладывают в группу, соответственно. Читай. Миша после прогулки отдыхает в номере, а Финя обходит свои владения. И здесь вот Миша сидит. Блин, а вот Финя после владения. Пресс-секретарь какой-нибудь страны, в которой вообще ничего не происходит. Надо придумывать новости. Миша сегодня покоряла новые высоты, а Финя что-то заинтересовала за окном. Супер, блин. Это огромная птица. Вы слышите место, кто эти люди придет? Ой, я поела. Ну, пойдемте. Пойдемте. Очень красиво. Yeah.